Надежда Козлова – настоящий агроном. За цветами ухаживать любит с детства. И профессию в жизни выбрала по душе. Рыхлить, полоть, поливать и высаживать нужно легкой рукой. Тогда растения обязательно приживутся, говорит женщина. Эта рассада выращена у нас в совхозе, в нашем хозяйстве, в кассетах. Называется тагетис оранжевый. Однолетние бархотки, многолетние тюльпаны и вечные буквы из искусственного газона. Помним, гордимся. Зеленую надпись возле знаменитого самолета Ил-2 на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова видно за сотни метров. Также нами была установлена пиарная фигура на фонтане 30 лет Победы. Там поставили мы красную, значит, звезду с георгиевской лентой и гвоздикой. И также такой же установлена георгиевской лентой, гвоздикой звезда на площади памяти. Каждый день сотрудники горзеленхоза высаживают по 6 тысяч цветов. В городе во многих местах можно встретить красные звезды из тюльпанов, желто-зеленые лавровые ветви и топиарные фигуры. Марьяна Мирная, Максим Гусев. События.